наверное, там уже 100 километров нафотографировал. Ну. Здрасте еще раз. Здрасте еще раз. Видишь, хвостик куда? Ну, кучерявый. Кого ты такая? Я такой кудрявый. Вот у Таньки всякие были у нашей. Завяжу вот так вот два хвостика. В садик понесу. Они говорят, ты что, из-за ребаши? Я говорю, как? Вот такие вот два. Да, у них после этого, после Мишаня, Обрезали, что ли? А? Обрезали, отстригли и пошли волнистые? Ну, и пошли потом. Сейчас сниму немножко, что ли. А слушай, может быть, старые аптечки, но это давно было. А сейчас но новые, наверное, не делают. Я не знаю, у тебя сейчас трейтменты, так они у тебя за аптечку, тебе, блядь, 5 лет строгого режима. Привет. Привет.